«Ступень в науку» – региональный конкурс молодых исследователей стартовал в Республиканском дворце детского творчества. Интеллектуальное состязание проводят в рамках федеральной программы творческого и научно-технического развития детей и молодежи «Национальное достояние России». Конкурс проходит уже 16-й год подряд. Его цель – выявить и поддержать талантливых и одаренных детей и молодежь. В этом году заявлено 260 работ из Северной Осетии и 8 из Карачаева-Черкесии. Юные исследователи соревнуются по 22 направлениям в области естественно-научных, технических, математических и гуманитарных наук. Оценивать работу будет экспертный совет. В него входят преподаватели вузов республики. Победители призеров конкурса определят 31 января. Мой проект называется «Разработка и использование обобщенных наглядных ориентиров в курсе химии». Но его задачей является облегчить обучение, ну, в первую очередь, соровцам и, в общем, всем ученикам. Мы создаем что-то типа конспекта, но только в более таком научном варианте. С помощью него можно развить интерес соровцев к данному предмету, повысить качество знаний, умственную активность. Наш конкурс проходит в трех возрастных группах. 1-4 класс, 5-7, 8-11. По 22 секциям. Практически все предметы школьные. Ну и немножко там еще техническое творчество, этнография, краеведение. Победители и призеры награждаются дипломами первой и второй степени и медалями. И плюс еще спонсоры дают нам поощрительные призы для победителей.